101. И 102 этим закончим. Вопрос 101. За что человек предается анафеме? И может ли она быть отменена? Ответ. Анафема – слово греческое, означает церковное проклятие отлучения от церкви. Высшая кара в христианстве. Встречается в Библии только 3 раза. Первое послание к Коринфянам, 16 глава, 22 стих. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа. По высшей шкале, если брать, то редко кто подпадет под эту анафему из тех... Не подпадет. По высшей шкале, если брать, то редко кто не подпадет под эту анафему из тех, кто ходит в православную церковь. Те более всего любят иконы, святых, не имамы иные помощи, разве... Не имамы, то есть нет иной помощи. Не имамы иные помощи, разве тебе? Бог... Кроме тебя. Да. Бог говорит. Послание к Галатам, 1 глава, 8-9 стихи. Но если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. То есть проповедует не то, что проповедовали апостолы. Ныне редко можно найти такую секту, где бы не искажали слово Бога живого. Про православие можно и не говорить. Не любят Библию, выдумками питаются. Также и католики, и прочие. Под эту анафему легко влетают почти все. Про неверующих пока не ведем речи. Они не любят Господа и лгут про Христа. Церковные анафемы произносятся во время первой недели Великого Поста всем еретикам, начиная с Ария и Смутьяном, Стеньки Разина, Пугачёва и другим. Сегодня масонам и экуменистам анафема, коммунистам и фашистам, шовинистам и русофобам и иудофобам, антисемитам и сионистам должна быть анафема. Нужно ли это так торжественно провозглашать ее в церкви? Это уже дело церковных властей. Но и кичиться этим не нужно. Думаю, что более всего подпадают под анафему именно православные. Книга Сирахова, 21.30. Когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу. Нет того греха после раскаяния, в котором не было бы прощения. Значит, и анафема может быть снята. Если бы Лев Толстой пришел с раскаянием, то из него была бы снята анафема. Еще 102 и все.